Любовь к чтению надо прививать с детства. Вроде бы нехитрая истина, с которой согласятся почти все родители. Вот только как это сделать сейчас, когда мир изменился до неузнаваемости? И это уже не наше с вами детство, где из развлечений были телевизор, денди, футбол с друзьями во дворе и, конечно же, книги. Не скажу, что мое поколение было особо читающим, но таких, кто вообще бы не брал книг в руки, я не помню. Нынешние ребята совсем другие. Не хуже нас с вами, а просто другие. И в этом некого винить. Мир не стоит на месте, и люди тоже меняются. Представьте, что было бы, если бы вас с пеленок окружали айпэды, плейстейшены и другие современные гаджеты. Стали бы вы коротать свободное время хотя бы даже за комиксами? Сложный вопрос, на который я для себя не смог найти ответа. И все же, несмотря на жесточайшую конкуренцию, печатный мир никуда не делся. Наша детская городская библиотека имени Пушкина – яркое тому доказательство. Даже сейчас, летом, там постоянно кипит жизнь. И все благодаря дружному коллективу людей, которые по-настоящему любят свое дело. Они прекрасно понимают, что заставить читать нельзя. Надо заинтриговать. Показать, что любая книга – это неизведанный мир, в котором можно делать открытия, знакомиться с удивительными вещами и учиться новому. Именно по такому принципу строится один из главных летних форматов работы библиотеки – научная лаборатория открытий, о которой прямо сейчас мы поговорим с директором детской библиотеки Любовью Беляковой и ее заместителем Татьяной Плохотник. Любовь Николаевна, Татьяна Михайловна, наступает летнее затишье в общем и целом по городу. У вас, скорее всего, наоборот. Я так понимаю, что летом в библиотеке наступает самый жаркий, в прямом смысле, сезон работы. Скажите, пожалуйста, что интересного у вас будет, кому можно сюда прийти и с чем он столкнется? Ну, вы знаете, самое главное – это то, что у книг каникул не бывает. Именно по этому принципу работает весь коллектив библиотеки. И традиционно сложилась программа летних чтений. Но вот 16-17 год мы отработали НЛО. Вот как бы вы расшифровали эту аббревиатуру? Ну, традиционно неопознанный летающий объект. Но я знаю, что это не так. Совершенно верно. И ребята нам также отвечают на этот вопрос. Именно этими буквами мы решили привлечь внимание наших ребят и сделать научное лабораторное открытие. Либо летние открытия научные, необычные открытия. Но в любом варианте случится открытие. И вот именно это желание, пробудить желание в ребятах делать открытие, а через это привести их к чтению, к привлечению, к любви, к чтению книги, мы и строим нашу программу. И вы знаете, она имеет очень результат. И хотели в этом году построить ее совсем по-другому, чтобы ребята на самом деле делали открытие. Они приходят и говорят, а где мастер-классы? В прошлом году, вот 2 года, мы делали на мастер-классах. И после каждого мероприятия проходила мастер-класс по той или иной теме. Думаю, ну уже надоели все это делать, давайте сделаем по-другому. Вот это говорит о том, что сами ребята ведут нас, что же им интересно, что им важно. И поэтому наш коллектив именно на это и откликается. И темы НЛО выбираются совершенно не случайно. Идем от ребят, либо изучаем сами, что интересно. Идут споры самые-самые интересные и разнообразные. Вот. Поэтому вот такой формат библиотеки летом необычный, когда мы проводим вот нашу программу громко, мы ее называем, потому что это действительно система работы, для неорганизованных ребят, которые каждую среду в 2 часа дня ждут встречи с нами, а мы с ними. И это вот обоюдный такой союз, который вот уже сложился и действует в библиотеке. А что за открытие? Химия, физика? Самые разные. Вот одно из открытий произошло прошлую среду. Я думаю, что не нужно говорить нашим читателям, что же это за день. Пушкинский день России. И вот это первое открытие делала Татьяна Михайловна. И вот она, я думаю, расскажет про него. По поводу тем, первый год то мы пробовали идти, отталкивались от нон-фикшн. Это именно физика, химия, что-то с науками связано, но интересные науки. Второй год мы уже чуть-чуть отходили от темы, уходили в художественную литературу. В этом году мы подумали, а почему бы не попробовать какие-то банальные, обычные темы показать чуть по-другому, потому что это же тоже интересно, и в этом тоже открытие. Ну вот, начиналось все с чего? 6 июня, естественно, мы посвятили Пушкину. НЛО – это целая такая познавательная творческая программа. Ну, как нестандартно подойти? Мы решили устроить день рождения так, как было во времена Пушкина. Ну, сейчас же модно тематические праздники проводить. Задумка была такая, но дело в том, что когда мы готовим наши программы летние, мы сами делаем огромное количество открытий, и потом из этих открытий рождается что-то для детей. Но вот мы, оказывается, узнали, что, оказывается, во времена Пушкина дней рождения не было, их не праздновали. Сейчас для современного ребенка и взрослого день рождения – это норма жизни. Кажется, что праздник был всегда. Нет, 200 лет назад такой праздник не отмечали.
физическое рождение смысла не имело, имело смысл рождение духовное. Праздновали именины. Ну вот мы ребятам, в принципе, предложили пойти этим путем, сделали небольшой квест, где они в ходе... Самое важное, чтобы они сами нашли вот эти вот крупиночки знаний, собрали. То есть как проводят день рождения сегодня, как было в то время. То есть они читали интернет-статью и делали вывод, приходили к выводу, что его праздника не было. Что такое именины? Одно это и то же с днем рождения или нет? То есть какие игры были во времена Пушкина? Если бы было день рождения, то в какие бы игры Пушкин мог играть? То есть еще вот такой вот вариант. Ну и была у нас площадка, если, неважно, именины или день рождения, как поздравить именинника? Ну, естественно, сами ребята приходили, они сами об этом говорят, что если он поэт, значит, наверное, ему приятно было бы слышать собственные стихи. Приятно, что его знают. То есть вот таким путем были проведены какие-то открытия, ребята с чем-то уходили с нашего мероприятия. Но заодно у многих еще и возникал вопрос, а когда отмечают именины они сами? Потому что сегодня ведь не во всех семьях такой праздник известен. А как бы их назвали, если бы они родились 200 лет назад? Тоже ведь интересный вариант. По святцам. По святцам, там да. Даже, наверное, родители бы в участие не принимали, там батюшка. А тогда так и было, да. И вот это для многих и ребят, и взрослых было настоящим открытием, что все было по-другому. То есть у нас цель наших НЛО в том, чтобы какие-то знания дать, вернее, не дать, а чтобы дети их сами разыскали, и нацелить на поиск чего-то нового, заинтриговать. Ну вот мы надеемся, что у нас получилось с Пушкинским. А какая, вы считаете, главная задача у НЛО? Ну, вот как раз интрига. Побудить желание детей что-либо искать. Потому что понятно, что мы даем готовую информацию. Ребенок ее берет. А дальше-то что? Чтобы было желание, понимаете, да. Вот чтобы было у ребенка желание дальше искать, исследовать, открывать. Вот это самая главная задача, которую мы ставим. Мотивация. Конечно. Мотивация, да. Конечно. Мотивировать на чтение, на поиск какой-то информации. Потому что мы не учителя. Наша задача не вложить знания готовые, разжеванные. Тем более, что ребенок научится тогда, когда он сам весь этот путь пройдет. Научить самому делать открытие. Вот понимаете, чтобы ребенок сам это делал. А самое главное, чтобы желание у него было это делать. А наша задача придумать игру, в ходе которой ребенок будет сам находить это знание. Вот наша задача. Любовь Николаевна, Татьяна Николаевна, вообще зачем сейчас дети берут в руки книги? Сейчас, когда у них есть куча развлечений. Это не мое детство, которое, в общем, довольно благополучное. Это не детство там моих бабушек и дедушек, для которых книга была настоящим сокровищем. Там полочка была, на которой стояло штук 10, и это считалось признаком состоятельности. Вот сейчас. Вы знаете, вот затем же, зачем и вы брали в свое время в свои руки книгу. Вот все затем же. Потому что вот приходят, вот буквально в пятницу, приходят знакомые дедушка с бабушкой. И удивленно говорят, вы знаете, из лагеря попросил привезти мне книгу, чтобы вот вечера на хуторе близ Диканьки. Он не хочет мертвые куши, а вечеров там не оказалось. И мы так удивились. А почему? Ребенок 6 класс. Захотел почитать. Что же? Ну, потому что дети, они задачи в этом же разные, возрасте. Разные дети. Задачи, разные же это. Дети действительно знают, что уже в интернете, там все знакомо, все понятно. А книга, она всегда остается все той же загадкой. Ее хочется читать. И дети вернулись к печатной книге. И мы это видим сейчас, и наблюдая. Разные. Конечно. Ну, вот здесь у ребенка задача-то своя. То есть он знает, что он нацелен на то, что придет в школу, будут спрашивать, да? Это, конечно, его просьба привезти книжку, но он это делает для того, чтобы подготовиться к школе. Есть дети, которые просто любят читать. Такие есть. Это какое-то врожденное качество, всегда есть процент. Не обязательно. 5-10. Я сталкивалась с тем, что вот некоторые родители говорят, мы сами не читаем, а ребенок читающий. Ну, наверное, врожденное, наверное, вы правы, да. То есть может в нечитающей семье появиться ребенок, который будет много читать. Может наоборот ситуация развиваться, что родители много читают, а ребенок никак не будет. Наверное, да. А есть еще и дань моде. Потому что книга, вот раньше об этом говорили, но никто не верил. А сейчас книга действительно становится дорогим удовольствием. Очень. И вот, допустим, подростки и юношество, там вот это очень сильно уже развита мода. Читают друзья, кто-то кому-то что-то посоветовал, а вот это вот, причем очень много уходит в классику. Они сами, как ни странно, но зарубежная больше классика, но у них совершенно, они составляют себе списки книг, что почитать.
Вдруг читал я еще нет. Вот это вот обсуждение идет. То есть, в общем-то, там, где уже осознанные, да, когда их не за ручку приводят в библиотеку, а подростки и молодежь, старшие подростки, они делают выбор очень осознанно. И причем очень часто берут книги, ну, на вырост. Очень серьезные книги, которые взрослые. Это иногда вот с них приходится брать пример, что они читают и что они об этом думают. И думают, вот их выводы порой более глубокие, более широкие взгляды, чем у взрослых. То ли вот нет такой зашоренности, то есть подростковый возраст вообще самый такой вот интересный, да? Они позволяют себе видеть шире, нет еще рамок каких-то стереотипов, и это позволяет им видеть правильные вещи очень в книгах. А вот возвращаясь к научной лаборатории открытия, она рассчитана на таких уже читающих ребят, или туда могут прийти все, кому не нравится? Самые разные ребята, конечно, это абсолютно. Это уж как у нас есть такая категория, как неорганизованные ребята, которые приходят в библиотеку сами. Вот, но есть и те, которых приводят родители, есть бабушки и дедушки. Вот, это разные возрастные категории, начиная, ну, как правило, от 6 лет, которые уже могут прийти, и начальная школа, среднее звено захватывается. И вот в этом и состоит сложность мероприятия, когда от дошкольников и до среднего звена нужно подготовить мероприятие, чтобы оно было интересно и дошкольнику, и начальной школе, средней, и взрослые сидят в зале, им тоже должно быть интересно. Это вот как принципу, как Георгий Данель создавал свои фильмы, когда он говорил: вот здесь будет смеяться интеллигенция, вот здесь рабочий класс, а здесь будут смеяться дети. Так и наши мероприятия также строятся. Конечно, обязательно. Должно быть интересно. Должно быть интересно. Может быть, и поплакать, где-то, может быть, и посмеяться. Может быть, и посмеяться. Это принцип подхода к построению мероприятия. Оно должно зацепить. Вот. И если ребенок пришел с родителем, выйдет с мероприятия, его обсудить, продолжить. Как раз-таки вот на продолжение, все мероприятия строятся на продолжение разговора ребенка и взрослого. Если этого не состоялось, ну, что-то не срослось. Надо сказать, начинали мы, конечно, часто приводят в библиотеку летом, родители ребенка приводят сами. То есть это когда надо занять вот малыша. И мы начинали, действительно, первый год был, придут от 5 лет и даже младше. И выбора не было, 5-летним должно было быть понятно. Но в течение, вот 3-й сезон НЛО пойдет в этом году. Мы просто увидели за эти годы, как хотят участвовать во всем этом родители, потому что подходили, задавали вопросы, а может быть вот так вот. У них есть предложение и есть желание участвовать во всем этом. И мы видели, что одновременно приходят, ну вот братья, сестры, то есть вот ведут маленького, рядом подросток. То есть постепенно формировался вот формат разновозрастной. Как, кстати, родители сейчас изменились? Это уже люди моего возраста, да? Угу. Вы же наверняка не первый год в библиотеке работаете, вам есть чем сравнить. Ну, по крайней мере, с тем, что было 5, может быть, 10 лет назад. Родители стали больше внимания уделять своим детям? Ну, родители разные. Вот нельзя сказать, что кто-то вообще не уделяет или вообще уделяют все. Ну, есть, такого нет, конечно, да. Поэтому здесь вот есть очень приятно наблюдать родителей, когда они занимаются своим чтением. И очень много приходится работать с теми, когда мы должны воспитывать чтение, любовь к чтению с родителей. Эта работа идет в основном в течение учебного года. И когда это в основном выход. Да. Родители, которые пришли в библиотеку, очень серьезные, очень хорошие родители, которые думают о том, что ребенку нужно читать, предлагают варианты какие-то. То есть они его сюда ведут. Ну, у тех, да, кому надо рассказать, да, насколько важна книга, часто, конечно, выходим мы. У нас на есть родительские собрания. Родительских собраний нас приглашают, и педагоги приглашают. Семейные праздники у нас здесь в библиотеке тоже, в общем-то, очень актуальны. И здесь как раз-таки родители именно видят своих ребят. Самое главное, чтобы родители увидели своих детей. Вот какая стоит сейчас задача. Чтобы они остановились и послушали, услышали. Что же говорит ребенок, что ему сейчас интересно? И почему он не хочет читать ту литературу, которую читал его родитель? Ну, потому что он не он, потому что это другой человек, ему интересно другое. И чтобы родитель умел найти в себе вот это вот, остановиться, не задавить, а услышать. И самая поговорить. Главная задача – поговорить, то есть у нас рассудить. К нам идут за диалогом еще. То есть НЛО – это еще и диалог. Когда с детьми разговаривают, с родителями разговаривают. То есть слушать друг друга, слышать. То есть это не лекция. А сезоны НЛО, они тематические? То есть вот этот, ну, вот мы пробовали делать тематические. То есть, как я говорю, в первый год у нас был нон-фикшн. Мы брали вот познавательные книжки. Физика, химия, там интересно. Разные науки, очень разные, да. Сейчас стали уже более смешанные, но мы всегда продумываем эту программу. Мы тоже готовимся к НЛО с апреля.
И да, обязательно. Да, это проходит библиотекари. Вообще тоже играем и сами играем. Что это мозговые штурмы. У кого-то какие-то идеи появляются, но одна глава хорошо, а много лучше. Поэтому да. Кто-то с идеями приходит к коллегам, рождаются новые повороты. Ну вот с Пушкиным так родилось. То есть здесь действительно так получилось, что кто-то приходит, давайте тематический день рождения устроим. Ну ведь здорово. А сунулись в книги, в литературу, а не было праздника, что с этим делать? И вот так получилось, что а вот оно открытие, о котором стоит рассказать. Сначала сделали его для себя. Да, обязательно. А потом... Сначала да, появилась идея, да. Потом ее, вообще идея-то была в другом. Именно сделать вот, ну, день рождения, бал, праздник. А оказалось, что все намного серьезнее, праздника не было. Балы были по другим поводам. Ведь это серьезное научное открытие, историческое, филологическое, да, в пушкинских темах. Потому что ребята-то у нас по ходу прохождения площадок еще и заглядывали в пушкинские тексты. Там есть именина в Евгении Онегине. Неважно, что дети маленькие, они все это понимают. Они увидели разницу. Вот пироги именинные, а вот торты со свечками. Тоже разные вещи. То есть здесь действительно исследование шло. Современный день рождения – это торт со свечками. Символ. А именины – это пирог именины. Каравай откуда? Это же все система, символы были выстроены в ходе традиции. А можете приоткрыть завесу над там, следующим, условно говоря? Мероприятиями, хотя бы так в общих чертах. Значит, следующее мероприятие, которое будет у нас, это Япония, страна наоборот. Почему выбрана эта тема? Потому что это тема года. Год Японии в России. Год Японии в России, конечно. И поэтому ребятам надо рассказать и сделать какое-то открытие. Анимешники прибегут. Ну, но нужно ли говорить о том, что Япония очень интересная страна, да? Здесь, ну, мы, наверное, не по аниме пойдем, а все-таки в Японии ведь очень интересная. Короткие поэтические формы, хокку, допустим, да, и их смысл надо понять, и русские души, наверное, не так уж просто понять вот этот остановись мгновение, да, там же суть в этом именно, нет, вот любой хокку – это вот поймать момент, его уловить, понять его смысл и глубину, а ведь если подумать, а почему так в Японии, ну, наверное, я-то для себя уже вывод сделала, то есть я не знаю, что там будет. Готовит наш специалист. Но, наверное, Япония, страна, которая стоит на вулканах, да, наверное, мгновением люди живут. И рождается совершенно определенная литература в связи с этим. Ну, наверное, там будут и другие. Там очень много интересных. И еда интересная, и одежда совсем другая, и традиции другие. Но всегда же интересно посмотреть, заглянуть и увидеть что-то другое, не свое. А где НЛО проходит? Здесь, в библиотеке? Да. Да. Значит, на самых разных площадках. Значит, ну, у нас есть зал массовых мероприятий. Вот у нас есть холл в библиотеке, где вот как раз-таки пушкинское мероприятие начиналось в холле. Сегодня это будет в зале, где ребятам будет рассказана вот информация о стране. Затем они спустятся, разойдутся по площадкам, и будет вот мастер-класс, который они заказали, попросили. Поэтому мы вынуждены бы вернуться к той форме, которая была в прошлом году. Несмотря на то, что наше мнение было, что мастер-классы не нужны. Ну, их да, много. Обычно. То есть у нас да. Как было? Была какая-то часть познавательно-диалоговая, и потом ребята спускались вниз вместе с родителями по теме что-то мастерили. То есть вот в этом творческие да. Мастерские. Вот. Мы и хотели сегодня, в этом году да. Немножечко отойти от этого, но ребята сами сказали, что где мастер-класс, мы хотим что-то творческое. Заходя в библиотеку, да. Они руками спросили, где мастерить, мастер-класс. Ребятам тоже хочется мы, нравится. Мы просто, ну, что называется, очень удивились их желанию. Думаем, надоели. Оказывается, нет. Это надо. Поэтому одно из мероприятий вот всего лета мы посвятим мастер-классу, потому что потом будут фокусы, потом будут опыты, потом будут что-то еще другое, разнообразное по темам. Вот. Поэтому мы хотим, чтобы ребятам было интересно очень летом. Надо как-то записываться, предупреждать. Ничего не надо делать. Нет, нужно просто ход приходить. Свободный, просто ход приходить. Свободный, да, просто приходить. И уже люди, ну, спустя вот два года, да, третий сезон, уже ждут. Уже знают и ждут. Конечно, все наша начиналось встреча, чуть да. По-другому, но вот даже у нас 6 июня было 60 с лишним да, человек. Да, мы начинали с 10. Да, это не организованно. Это не организованно. Те, кто ждали вот, кто именно НЛО. Прийти, да. Те, кто на самом должен деле, как-то узнать. Мы вот. Продолжаем этот формат выстроить. По запросу читателей и взрослых, и детей. Потому что после первого года они нам сами сказали, что это надо повторять, чтобы это было, эти еженедельные встречи. Напомните, пожалуйста, по каким дням, во сколько? Среда, 2 часа.
Среда, 2 часа. Вот, вы знаете, да, мы стараемся очень коротко и четко формулировать место и время, где это будет все проходить. Потому что у всех информации очень много. Для того, чтобы было легко запомнить, мы говорим... Каждая среда, 2 часа, приходите, не ошибетесь. Но если глубже посмотреть на наши мероприятия и знать, что это не только среда, а это каждый день в библиотеке что-то происходит, мы, конечно же, отправим наших читателей на наш сайт, где можно посмотреть расписание наших других клубов. У нас есть игровой клуб, где можно прийти поиграть в настольные игры. Вот в этом зале проходит клуб «Поделка», где можно научиться делать какие-то поделки, электронные варианты. У нас есть кружок рукоделия, где можно научиться вязать коврики, которые нам очень необходимы для библиотеки. Полуволонтерский такой клуб. Вот, понимаете, да. Поэтому вот у нас тут очень много всего происходит. И для того, чтобы понимать это все и определиться, куда же пойти, лучше, конечно, выйти на наш сайт. Он то есть летом нравится. Программа разнообразная? Да, да. Это не только НЛО. А, да, конечно. ВКонтакте, в Фейсбуке, ну и YouTube, понятно, тоже да. Видеоканал наш. Там вся информация будет. Да, обязательно. ВКонтакте у нас да. есть, мы всегда предупреждаем детское чтение Саров детская библиотека. Угу. Группа во ВКонтакте, в общем-то, родители уже знают об этом. Но вообще у нас летом ведь еще и есть конкурс, у нас 2 конкурса. У нас проходят акции различные. То есть все это наше лето. Есть летние клубы. В этот раз мы решили попробовать именно летние клубы. Если они пойдут дальше, появится у ребят желание, может быть, они продолжат свою работу. Вот для... То есть у вас библиотека стала такой площадкой, где встречаются люди, из которым друг города. С другом да. может быть интересно. Совершенно верно. Потому что когда я-то был маленький, для меня библиотека была местом, тогда еще подпашник был. Можно было прийти и взять книгу. То есть я приходил, я уже причем знал, зачем иду, потому что я в прошлый раз, когда прошлую книгу брал, уже примерно приглядел. Брал, мне записывали формуляр, и я уходил домой. Только летом мы собирались, как сейчас помню, на 2-м этаже, там мультики и фильмы показывали. У вас до сих пор это есть или вы сейчас это понимаете? Сейчас мы не используем того, чтобы ребята пришли и смотрели мультфильмы или что-то, так у нас нет. У нас есть видеосалоны. Это другая форма работы. Это уже с разговором. Это когда садятся ребята, просматривают фильм. Здесь же книга. И здесь же диалог обязательный. Потому что то, что библиотекарь много знает, то, что он умеет это преподнести и рассказать, это одна сторона. Но наша задача – привлечь и научить ребят рассуждать, говорить, смотреть, делать выводы. Самое главное – развиваться и идти вперед. Вот. Поэтому видеосалон у нас очень актуальный в течение года, когда мы работаем вот с ребятами, с классами разных возрастов. Еще одна акция, которую я хотел бы обсудить, называется «Классика на каждом шагу». Я узнал ее, по-моему, месяц назад, когда вы предложили людям выбрать самые любимые цитаты о природе, которыми затем можно будет украсить лавочки в городском парке. Я так понимаю, сейчас она уже завершилась. Да. Цитаты выбраны и уже появились. Цитаты выбраны, сейчас следующий этап идет. Да, действительно, это вот акция городской уровень, департамент культуры и искусства, вот инициатором был. Участвуют в этой акции активно координаторы детская библиотека и парк имени Зернова. Вы знаете, что парк у нас юбиляр в этом году. И, в общем-то, сейчас он облагораживается, благоустраивается к юбилею. Но вот одно из таких направлений, которое решили попробовать сделать, это обновленные лавочки украсить цитатами разных писателей. Мы, детская библиотека, подключились вот на стадии как раз отбора цитат. Предложили... Саровчанам в нашей социальной сети, вот во ВКонтакте, в нашей группе шло голосование. Надо сказать, и по почте, по электронной нам присылали подборки цитат, которые вот мы выставляли уже то, что присылали нам люди. Вот наши юные читатели, в основном подростки, тоже здесь занимались, у стенок библиотеки, что-то отбирали. Но такой отбор провели. Надо сказать, что тему все равно чуть расширили. Там будет и о природе, и другая тематика. Вот. Отобрали, сейчас уже идет роспись лавочек. Вот вчера у нас был День города, и в рамках Дня города несколько лавочек было у нас уже украшено цитатами. Одна из них наша, пушкинская. Какая? Ну, там появилась лавочка, мало, наверное, кто знает цитату Пушкина. Вернее, все знают эту цитату, но мало кто знает, что это Пушкин. Чтобы спасти кого-то, нужно просто его обнять. Друзья, на этом все. Напоминаю, что сегодня мы беседовали с директором детской библиотеки имени Пушкина Любовью Беляковой и заместителем директора Татьяной Плохотник. Любовь Николаевна, Татьяна Михайловна, большое спасибо, что согласились на этот разговор. Всего хорошего, до свидания.